Привет всем! Сегодня решил смоделировать мультяшный батискаф. Не знаю, получится нет. Посмотрим. Добавим в сцену UV-сферу. Так, сделаю у нее 16. И я думаю, пускай будет 10. Вот так вот. Отлично. Tab S по X, сожмем ее маленько, вот так вот примерно. Отлично. Так, можно S по Z смять маленько, вот так вот еще. Так, G по Z поднимем ее. Теперь тройка, Alt-Z, вот эту часть полигонов удалим, X-Face. Так, единичка, вот это вот, S по Y, так вот растянем маленько, S по Y. Так, необычная такая будет у нас. Так, двойка. Теперь надо это дупло закрыть. Так, сначала F. Теперь сделаем bevel. Я думаю, вот так вот будет достаточно. Ну и теперь тройка. Это X face. Двойка. Закроем это отверстие. Так. Face Green Fill. Так, это меня не устраивает. Добавим. Покрутим. Вот так вот. Так, может еще даже добавить. Вот так вот. Вот так, я думаю, будет нормально. Так. Чуть-чуть. Двойка. Вот эти вот. G по Z. Маленечко вот так вот сюда. И вот эти тоже. G по Z. Так вот маленько. Чтобы уж не совсем дно-то было такое. Так, ладно. Теперь давайте сделаем верх. Так, Alt-Z, тройка. Вот эти полигоны. Так, нет, даже вот так вот. G по Y. Вот сюда вот маленько сместим. Так, теперь удалим их вообще. X face. Так, теперь двойка. Вот здесь, я думаю, надо сделать bevel. Так вот. Теперь двойка. Выберем этот луп. E по Z. И по рубке это будет. Так. Ctrl плюс. S по X. Вот так вот маленечко расширим ее. Да, вот так вот. Так. Теперь закроем это отверстие. F. Делаем bevel. Не, сначала S. Вот так вот маленечко сделаем скос. Теперь сделаем bevel. Думаю, такого вот будет достаточно. Добавим. Думаю, вот так будет нормально. Так. Теперь здесь тройка. Отверстие нам надо сделать круглое. Сначала и. Вот так вот. И теперь правой клавишей мыши циркулы. Вот так, отлично. И может быть двинем даже G по Y. Вот сюда вот. Отлично. Так, ну это само отверстие нам сейчас не нужно уже. X face, удаляю его. Так, дальше.
Тут надо тоже двойка сделать bevel. Вот так вот. Отлично. Ctrl-S. В этом видео я буду просто моделировать, а в следующем, наверное, буду делать развертку. Так, давайте сделаем подсиловую установку. Типа отсек такой, тройка. Выделю вот эти полигоны. И вот так маленечко. Теперь E. Так, Ctrl-Z. E по Y. Так вот, выдвинем. Так, или сделать, может, сразу круглым его. Ctrl-Z. Давайте попробую сделать его круглым. Так вот, S. Так вот. Так, G по Y. Вот сюда вот маленечко так вытянем. Так, S по Y. Сделаем поплоще. Так, теперь E по Y. Так, теперь S, Y, 0. Отлично. Там у нас будет силовая установка. Так, не очень большая. Так, давайте S маленько сделаем вот так вот. Так. Там, в общем, будет пропеллер у нас. Я думаю, может быть, двойка. Здесь еще сделает bevel. Небольшой такой вот. Так. В принципе, вот эти полигоны нам не нужны. Ctrl плюс. Так, я их удалю пока. X-Face. Так, что нам еще надо? Нам надо еще бы... Эти, как они называются-то? Иллюминаторы. Я думаю, надо сделать вот здесь вот. Тройка. Вот здесь. И здесь. И... Вот так вот. Сделаем их круглыми. Отлично. Так, теперь И еще раз. И удалим X Face. Все, здесь у нас будут иллюминаторы. Так, что нам еще? Я хотел еще сделать фонарь. Так что давайте я попробую сделать вот здесь фонарь. Так. Тройка. Вот эти вот. E. По Z. Вот так вот. Вытянем их. Так. Вот эти двойка. Вот эти два эджа. Так, G по Z. Сюда его поставим. Маленько даже вперед может подать. G по Y. Вот так вот. Так. Так, теперь эти два. G по Z. Так вот. Так. Теперь вот это надо маленько приподнять, я думаю. Да. G по Z. Так, приподнимем маленечко. Отлично. Так, теперь эти. Единичка. Это G по Y. Оп. Ctrl-Z, то есть S по Y, X. Вот так вот. Ну и эти тоже. Что-то я сразу не сообразил. S по X. Так вот. S по X. Так. Это маленько G по Z. Поднимем. Нам надо добавить еще один луп сюда.
Вот сюда вот так вот. Отлично. Теперь тройка. Так. И тоже сделаем отверстие. То есть вот круглое. Вот так вот. Маленечко S. Так, G по Y. Вперед. S, Y, 0. Так вот. Можно даже маленько S и G по Z. Вот так приподнять. Так. Не очень она у нас круглая получается. Я думаю, вот эти двойка, вот эти эджи надо тоже сузить маленько. Так. S по X. Вот так вот. Отлично. Так, добавлю модификатор Subdivision, чтобы посмотреть хоть что получается. Ну, вот тут надо чуть-чуть отпустить. Единичка, Alt Z. Вот это вот G по Z. Так вот, это тоже G по Z. Так, опустим. Так. Так, здесь тройка. И фонарик. У нас там будет фонарик. Я даже не знаю. Пока давайте тоже удалим X-Face. Пока так пускай будет. Так, вот эту единичка. Так, включу привязку по вертексам. G по Y. И по этой точке выровняем. И тут тоже можно. G. Сюда вот так вот. По Y. Так вот. Может, вот эти еще две сузить. S по X. Вот так вот. И вот эти две. S по X. О. Вот такой фонарик будет у нас там. Так, Alt Z. G по X. Z. Вот так, опустим еще маленько. Так. Здесь можно добавить луп. S. Так, все. Так. Не знаю, вот отверстие под переднее окно сразу делать или потом. Где-то пол примерно будет вот на этой высоте. Значит, отверстие надо делать или два этих, или из трех. Ладно, посмотрим. Так, в принципе... Все, можно применить модификатор Subdivision. Ой, Solidify. Так, еще раз посмотрю, как смотрится. Ну, в принципе, что-то похожее, как на подводную лодку, либо тескаф. Потом сделаем еще обвес у него, посмотрим. Так. В принципе, я применю модификатор Subdivision. Так, Apple. Так, Shade Smooth. Если сейчас включить по нормалу Auto Smooth, ну, в принципе, ничего такого интересного не произошло. Так что пока его выключим. И вообще Shading Flat сделаем, пока моделируем. Так, отлично. Теперь нам надо сделать не Solidify сначала. Все-таки сначала я сделаю отверстие под, как это называется-то, переднее окно, иллюминатор, не знаю, как правильно. Так, здесь у нас будет где-то пол. Да. И примерно вот эти вот полигоны. Так. Так вот. Так, вот так мы выделим их. Блин, с Ctrl нажал. Так. Так вот.
Так, сначала сделаем И вот до такого состояния. Отлично. Теперь возьмем вот эти точки. Так, и будем делать bevel. Так, по вертексам. Добавим еще один сегмент. Так, даже я бы сказал еще один. Вот так вот. И сделаем чуть-чуть побольше, может быть, 4. Так, мало. 5. Вот так. Отлично. Так. Пускай так остается. Теперь единичка. Можно, в принципе, пока тройка. Alt-Z. Половинку убрать. X face. Чтобы не делать двойную работу. Единичка. Вот эти точки все сейчас выделю. Так. Сделаем им M. Коллапс. И G. Вот в эту точку. Отлично. Тут то же самое. Выделим вот эти точки. M. Коллапс. И G. Вот в эту точку с зажатым Ctrl. Так, все отлично. Отлично. Теперь выделю все точки. М по дистанции. Так, все, две точки ремонт. Теперь нам надо удалить вот эти полигончики. X, Face. Все, там у нас будет отверстие под иллюминатор главный. Так, теперь... Добавим опять модификатор Mirror. То есть опять я первый раз его добавляю. Так, клиппинг. Так. Давайте я применю его. Tab. Оп. Применю. И добавлю модификатор Solidify. Так, толщину нам надо сейчас сделать. Думаю, такая толщина даже пойдет. Да, больно большую-то не надо делать. Так, ну-ка еще тройку добавлю. Да, вот так, тройку оставлю. Применяю его. Теперь Tab. Опять тройка. Половину полигонов Alt-Z я сейчас опять удалю. Так, проверим, все ли у нас захватилось. Так, отлично. Это удаляем. X face. Так, ну и теперь нам надо сделать пол. Пол где-то будет у нас вот на этом уровне. То есть двойка. Вот этот луп берем. Ctrl X. Теперь здесь тройка. Ctrl плюс, Ctrl плюс, Ctrl плюс и... Вот эти вот захватим. Нам надо просто приподнять их и выровнять. Так, S, Z, 0, чтобы он был ровный. И приподнять G по Z. Вот так вот. Да. Отлично. Даже можно выровнять его. G по Z и... Вот по этой точке. Вот так вот приподнимем. Так, теперь двойка. Возьмем этот луп, тоже лишний. Ctrl-X. А здесь вот сделаем bevel. Чтоб плавный переход был. Вот так вот. Небольшой такой. С двумя сегментами. Все. Пол у нас готов. Теперь, так, ну, тут где люк, понятно, так и должно быть. А вот где фонарь, нам надо эту вещь отделить. Нам не надо здесь внутри. Так, тройка. Shift-Alt. Оп.
не так щелкнулось, тогда по-другому. Здесь, с Ctrl здесь. Так, удаляем X-Face. Так, внутри фонаря нам тоже, в принципе, эта фигня не нужна. Так что вот здесь вот. Оп. Вот так вот, это тоже X-Face. Так, L. Вот эту вещь удаляем. X-Face. Остается вот такая штука. А здесь вот отверстие нам надо внутри заделать. Так. Двойка. Выберем этот луп. Этот. Ой, луп. Edge. И. Так. E. По X. Так. S. X. 0. Выпрямим его. Так. В принципе. Так. Давайте поделим еще пополам. И соединим здесь вот, здесь, здесь F, здесь, здесь F. Так, а здесь у нас что-то не получается. Получается треугольник. Потому что я, наверное, лишнее выделил. Так, тройка и этот. X, face. Теперь двойка. И вот эту вещь соединим просто. F. И тут у нас просто полигон получается. F. Все. Вот мы закрыли. Где у нас фонарь должен быть. Так. Теперь, что бы я сделал еще? Давайте сделаем вот что. У нас тут тоже лишнее есть. Так, двойка. Вот этот луп. И вот этот. Ну-ка, Ctrl-X. Да, ничего особо не изменилось. Нормально. Да и вот этот может тоже. Ctrl-X. А здесь сделаем bevel. Так, двойка. Здесь, здесь. И здесь вот, где люк. И где у нас переднее окно будет. Здесь и здесь. Сделаем bevel небольшой прям. Так. Вот так, думаю, будет достаточно. Все. Вроде все нормально. Так. Хвостатое чудовище. Что же будем делать дальше? Так, дальше мне надо закрыть. Вот тут тоже силовую установку эту внутри нам не надо. Просто типа дверца у нас будет. Так, тройка здесь и с контролом здесь. Не, не так. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Все. X. Удаляем фейсы. Так. Все правильно я удалю-то? Да вроде да. Так, здесь. Тоже так вот. Ctrl плюс, Ctrl плюс, Ctrl плюс. Тоже удаляем X face. Так. Ага, забыл еще сделать bevel вот здесь. Вот двойка. Здесь и здесь. Тоже небольшой сделаем bevel. Так. Теперь вот это отверстие нам надо закрыть. Так, двойка. Это возьмем. Так, E по X. Так вот, SX 0 выровняем. Так, G по X. Маленечко сюда пока поставим. Потом все подровняем. Будет все правильно. Так. Маленечко, мне кажется, назад надо ее. Так. G по Y. Вот сюда вот так вот. Ну и соединить здесь нам надо. Так. Раз.
2, 3. Так, это соединяем с этим. F, эту с этим. F, эту с этим. F, эту с этим. F. F и F. Все. Так. Теперь тройка. Выберем вот эти полигоны. Ctrl плюс. Нам надо ее маленечко подровнять. Так. S по Y. Нет, не так. Ctrl Z. Так. Двойка. Вот эти вот. G по Y. Вот сюда вот так маленько подставим. Эти тоже G по Y. Так вот. Чтобы плавный переход был. G по Y. Ну и вот эти тоже. G по Y. Вот так вот. Так. Вот эти вот еще можно. G по Y. Вот так. И нижний. G по Y. Так, все. У нас типа тут дверца какая-нибудь придумаем, сделаем. Люк тогда будет, чтобы туда лазить. Можно, конечно, было все это подровнять. Так, ну-ка. Тройка. Вот эти вот выберу я полигоны. Попробую выровнять. Так. S, Y. Вот так вот маленько. Так. Двойка. Нет, не это, вот это вот. G по Y. Вот так. Единичка. Нет, не это. G по Y. Вот так вот пускай будет. Так, и вот эти AZ, вот эти точки тоже G по Y. Вот так. Ну вот у нас внутренняя уже часть, можно сказать, готова, собрана. Так. В принципе, сейчас нам, чтобы закрыть отверстие в фонарике и в силовой установке, придется вот что сделать. Опять добавить mirror. Так, пока его выключу, отображение, и щелкну двойка. Вот по этому лупу и по этому, по самому крайнему. И теперь SX0 и N. Так. Global по X в нули поставим. 0. Все. N. Теперь здесь клиппинг. Включаем отображение. Так вот. Отлично. Пускай пока я буду сейчас крылья делать боковые. Ну, плавники, не крылья, плавники. Поэтому пускай так пока будет. Так. Не знаю, где сделать-то лучше. Может быть, вот здесь вот. Так, тройка. Выделим вот эти вот полигоны. Да. Теперь И маленько вот так вот. И Е по X выдвинем. Так, S по Z. Сделаем их попроще. Так, вообще-то их надо выровнять еще. S, X, 0. Вот так вот. Теперь 1 AltZ, это вытянем, G по X, так маленечко, это тоже G по X,
Так. Ну, типа такого что-то. Так, еще двойка. И это. Так. Г по Y. Сюда вовнутрь маленько затянем. И тут тоже. Так вот. Г по Y. Сюда маленько. Так. Один. Г по Y. Так вот. Так. И теперь добавим еще bevel вот на эти вот крайние. Так. Так вот, bevel. Я думаю, пойдет. Может, тут сюда вот еще добавить тоже bevel. Да, пускай будет. Так, сейчас мы тут поправим все. Так, единичка. Это G сюда. Это G сюда. Это G сюда. Это тоже G сюда. Вот так вот. Отлично. Так. Чуть назад, может, даже надо. Так, вот так вот. S по Y. И G по Y. Чуть назад вот так сделаем. Так. Тут надо еще тоже двойка. Вот этот луп возьмем. Делаем bevel. Вот так вот. Будет вот так. И здесь, значит, так, тройка, выделим вот эти полигончики, вот эти вот два треугольника. Так, x face, теперь двойка, возьмем вот этот луп и заделаем его green fill. Так, маленько не так, как я хотел. И чуть-чуть постараться повернуть его, может. Что-то не выходит у нас. А, нет. Так, ладно, Ctrl-Z. Тогда по-другому поступим. F, теперь I, так вот, G по X, вот так вот сделаем. Так, теперь это удалим. X face, двойка, это F. Это F. Тут тоже F. И здесь тоже F. Теперь у нас должно все получиться. Так, добавим здесь loop, bevel. Оп, Ctrl-Z. Что такое? А, я insert включил. Так, вот bevel. Чуть G по X сюда маленько потянем и заделаем вот эти отверстия. Так, двойка, это F, это F, это F. И сзади то же самое. F, F, F. Так, ну и вот здесь, я думаю, надо сделать bevel. Вот так вот. Все. Вот такой у нас получился плавничок. Ctrl-S. Чуть не забываю иногда записываться. Так, давайте заделаем отверстие фонаря. Так. Двойка.
То ли там правильно у нас. Должно все правильно быть. Так. F. S. Так, неровно делают. Так. Ладно, пока оставим так. И здесь тоже силовую установку тоже. Вот это сделаем. F. Там дальше, когда сделаем уже все вместе, будем что-то додумывать. Так, я вот подумал, еще с крылом можно поэкспериментировать. Так, давайте порежем его пополам. S по Z. Так, сомнем. И сделаем bevel. Может, так красивее будет. Добавим вот так вот сегментов. Чтобы такое маленько неровное оно было. Так. В принципе, с корпусом все. Потом буду доделывать, когда сделаю mirror. Так, теперь tab. Это назову base у нас будет. Основа. Самое главное. Теперь навесное оборудование будем делать какое-нибудь. Здесь вот я решил баллоны с воздухом поставить. Поэтому добавим сцену цилиндр. Сделаем у него, я не знаю, давайте 12 граней. Потом тоже буду subdivision его. Так, теперь tab, R. Так вот, S. Так, G. Вот сюда вот поставим где-нибудь. Придумаю какие-нибудь кронштейны там, на которых он будет держаться. Так. S по Y. Вот так растянем маленько. G. Сюда вот. Думаю, будет нормально. Так, теперь тройка. Е, С. Так вот. Сразу же сделаем bevel. Тут тоже двойка. Тоже надо сделать bevel. Такой вот. Отверстие надо заделать. Так. Тройка. X face. Двойка. Так, face green fill. Ну, я думаю, такой пойдет тоже. Так, тройка. Вот это маленько двинем вперед. G по Y. Так вот. Так, теперь заднюю часть. Так. Нормально тут стоит. Может, все-таки чуть повыше его. А, G. Вот сюда вот. Вот так вот поставлю. Так, теперь заднюю часть. Тройка. Е. С. Тут у нас будет типа штуцер быть. И трубочка будет идти в силовую установку там. Придумаю как-нибудь. Так, тоже делаем bevel сразу же. Так вот. Двойка. Здесь тоже сделаем. Оп. Bevel. Так. И здесь тройка. И. Вот так вот. И. Е. Все. Этот полигон нам не нужен. Удаляем его. X face. И вот здесь двойка. Здесь и здесь сделаем bevel небольшой, чтобы подчеркнуть. Так, вот у нас баллон готов один. Так, может его даже двинуть чуть вперед. А. Г по Y. Вот так вот чуть вперед двинем его. Так. Теперь добавим. Нет, давайте subdivision сделаем. Так вот. В принципе, нормально смотрится. Так, применим его. Apple.
Теперь надо добавить типа штуцера гайки здесь. Так. Добавим еще один цилиндр. Сделаем у него 6 граней. Так. Tab. R. G. Сюда вот так вот. S. Еще S. Повернем его маленько. R. Чтобы так не совсем ровно стоял. G сюда. S. Так, Z прозрачность. Так, S чуть побольше. Ну и желательно как-то посередине его поставить. Не обязательно, конечно. Вот так вот ставим его. Так, и теперь надо сделать bevel вот на этих кончиках. Так, сделаем bevel. Так вот, небольшой, чтобы гайка покрасивее смотрелась. Теперь тройка. И чуть подадим вперед. G по Y. Так вот. Оттуда у нас трубочка уже будет торчать. Еще раз. И сделаем его круглым. Циркла. Так. S. R. Что-то у нас тут все перекрутилось, непонятно. Так. Ctrl-Z. Ctrl-Z тогда. Еще раз Ctrl-Z. Слишком я уж... Так, маленько. И вот так вот. Теперь круглым будем делать его. Циркле. S. Вот так вот. Все. Можно чуть вперед подать. G по Y. Вот так. Все. Так, теперь тут тройка. Сделаем bevel на этом кончике. Так вот. А тут просто закроем эту вещь. Так. И M коллапс. Все. Вот такой у нас болт получился. А G по Y. Вот сюда мы его воткнем. Все. Можно, конечно, сразу ему развертку сделать. Так, давайте. Двойка. Боюсь, они у нас будут повторяться, эти болты. Здесь тоже. И где-нибудь вот здесь вот. Mark Sim. Так, здесь. Вот эта вот тройка. И M коллапс. Все, вот так вот. Такой болт у нас будет. Можно его, в принципе, сразу к баллону подсоединить. Ctrl-J. Так. Smooth. Так, и добавим автосмух. Вот такой баллон у нас получился. Так, тоже ему можно добавить модификатор Mirror, чтобы видно было, как он у нас тут что происходит. Так, Ctrl-S. Так, давайте добавим трубки, что ли. Вот эти, войдем в этот таб. L по нормалу. Так, Shift D по Y. Так, G по Z опустим сюда куда-нибудь. Так, R. Так вот. И G куда-нибудь вот сюда вот врулим. Чтобы прям входило туда.
Все отлично. Так, вот теперь сейчас надо придумать трубочку. Так. Можно даже вот из этой штуки сделать. Так, тройка. Shift. D. Enter. Mesh. Separate selection. Tab. Теперь возьмем его. Так, Tab. A. G. Вот так выдвинем. Так, надо проверить Face Orientation. Все вроде верно. Так, теперь A, Shift, D по X. Теперь R. Так, перевернем его. G по Z. Поднимем. Ну, вот так вот где-нибудь. Так, нет. G по Z. Желательно выровнять его вот здесь вот. Так, G по X. Вот так примерно. Все. Теперь. 1. Alt Z. Вот эту часть. G. G. По Z. Опустим вот до сюда. Так вот где-нибудь. Так. И нам надо тройка, вот эти полигоны, сделать бридж. Так. Бридж фейс. Добавим катов. Так, если еще один. Сливаются они, да? Ну, давайте оставим тогда 3 пока. Так, вот так пускай будет. Так, единичка. Вот эту поправлю точку. Г. Вот так вот. Все. Теперь здесь. 1, Alt Z, Г. По Z. Теперь тройка. Shift D по Z. R. Так вот повернем. И надо поставить сюда. Так, G по Z. Вот так примерно. Не обязательно точно делать. Так, G по Y. Все, E. Туда углубим его. Все. Так. Проверим. Все нормально. Теперь тройка. Этот полигон и этот. Bridge Face. Добавим катов. Так потянет. Так, единичка, Alt Z. Это маленечко G сюда вот так вот. Ничего страшного. Все. Вот такая трубочка у нас вышла. Так, двойка. Может попробую здесь сделать bevel. G сюда. Вот так. И здесь тоже. Небольшой bevel сделаю. G. Все. Так. Единичка, Alt Z. Выберем вот эти вот. G по X. Так. Тройка. Удаляем этот полигон. X face. И тут тоже. Вот этот полигон X face, они нам не нужны. Ну и можно сделать сразу же двойка, развертку вот тут. Так вот щелкнем. Mark Sim. Дальше посмотрим, что там получится.
Так, трубочки у нас готовы. Тап. Давайте сразу для баллона тогда баллоны развернем. Тап. Сделаю вот здесь вот. Вообще вдоль надо разрезать его. Вот так вот. Оп. С этой. А, тут не выходит. Ну ладно. Так, и с этой стороны. И вот так вот. А этот снять выделение. Все. Марк Сим. Так. Проверим разверточку. А. Unwrap. Ну, нормально. Так. Все. Трубки можно сделать subdivision. Так. Перенесем только вот этот mirror вниз, а subdivision применим. Apple. Все. Давайте проверим тоже развертка, как у нее. А. Unwrap. Ну, потянет. Не на выставку, не на соревнованиях. Так. Ну, и можно соединить с баллонами ее. Ctrl-J. Так, назову баллон. Баллон 1. Все. Так, теперь нам надо будет еще сделать кронштейны. Будут крепиться они у нас. Не знаю, крупки что ли их сделать. Ну давайте. Так, возьмем баллоны. Тап. Тройка. Выделим вот этот луп полигонов. Shift-D. Enter. Mesh. Separate Selection. Tap. Выберем их. Tab. S по Y. А, S по Y. Вот так вот сузим. Маленечко S. Так. И давайте сделаем экструд along нормальный. Вот так вот. Отлично. Их будет два, я просто сначала один сделаю. Так. G по Y. Оп, Ctrl-Z. А. G по Y. Вот сюда вот так вот. Так, проверим Face Orientation. Все правильно. Теперь Tab. Двойка. Надо снять все швы. И сделать двойка. Вот здесь вот. Здесь и здесь. Сделаем bevel небольшой. Вот так. Думаю, будет достаточно. И отсюда нам надо пустить типа кронштейна. Так, тройка. Выберем вот эти два полигона. И так вот. Желательно, конечно, сделать их более круглыми. Так, единичка. Это. Сделаем bevel тоже ему. Оп, Ctrl-Z. Не выходит. Так, давайте опущу посередине луп. Теперь выберу вот эти вот. И сделаем bevel. Так, по вертексам. Два деления и чуть-чуть побольше. Вот так вот где-нибудь. Так, теперь тройка, ой, единичка. Выбираем вот эти вот. M. Collapse. V. С контролом. Теперь здесь тоже. M. Collapse. V. С контролом. Так, не туда. G.
Так, и здесь тоже. М коллапс, Г сюда. Так, и вот эти выделим. М коллапс, Г сюда. Так, все вроде правильно. Так, теперь А, М по дистанции. Все. Теперь тройка. Выделим вот эти вот. Е по Х. Так вот, теперь S, X, 0. Делаем их прямую. Ну и G по X. Сюда утопим их. Да, вот тут только маленечко надо сделать так, чтобы было все правильно. Так. Давайте повернем R по Z. Так вот. Чуть-чуть. И теперь G по X. Так, еще G по X. Вот так. Все вроде правильно. Так, ну и те полигоны удаляем. X, Face. Отлично. Теперь нам надо сделать вот это кольцо двойка. Нам не надо уже. Ctrl-X. Так. Сделаем дубликат. А, Shift, D по Y. Так вот. Надо повернуть его. R. Вот так вот. Все. И проверить тоже, что у нас там в руке творится. Так, маленько попробую G по Y вперед подать. Вот так вот. Вроде ничего у нас тут не вылазит. Нет. Все. Вот сделал держателей баллонов. Так. Ну и давайте я сделаю сразу развертку ему. И на этом, на сегодня пока в этом видео хватит. Так. Сделаем здесь шов. Здесь. Вот здесь посерединке. Так. Марксим. И само кольцо надо развернуть. Тогда вот прямо здесь будем вот так вот. А. Ну вот тут выделение снимем. Так. И вовнутрь еще здесь и здесь. Марксим. Так. Проверим. А. Unwrap. Вот разложилось нормально. Все. Так. Ну. В принципе, применяем Mirror, Apple, так, Shade Smooth, Auto Smooth стоит, это маленько можно Tab, да нет, она вроде там, единичка, Alt-Z, вроде внутри, да, так, все. Прикрутим ее тоже к баллонам. Ctrl-J. Все. Пока оставлю так. Ctrl-S. Файл. Save как. Плюсик. Save. Ctrl-S. Так. Ну, на сегодня пока все. В этом видео. Спасибо, кто посмотрел. Всем пока.